Станция метро, ребят. В где рынки расположены в Шэньчжэне основные. Вот так вот выглядят. Это короткие маленькие ролики для того, чтобы вы почувствовали вообще, как это все выглядит просто в реале, чтобы могли оценить масштабы. Причем, вот видите, вот там вот точечки такие вдали, желтенькие, мы оттуда шли. И вот это все магазины. Маленькие, большие, известные бренды, неизвестные бренды. Разные телефоны. Просто потрясающе. Все цветет, пахнет. Очень красиво. Много людей, я бы не сказал, что очень много. Не столько, сколько описывают все. Я видел гораздо больше людей. Ничего удивительного для меня здесь нету, но места очень красивые. Это надо просто видеть. Вот я разговариваю сейчас нормально. Мы находимся на входе в метро. Тут ступеньки есть, поднялись. Ни криков лишних, просто есть возгласы довольные. Все как у нас. То есть люди здесь, люди, не дикари, как многие там говорят, или еще что-то. Здесь нормальные люди живут, как везде. Есть такое понятие человечности. Вот здесь эта человечность присутствует. Это люди после работы, у кого-то сегодня выходной, сегодня суббота. Все эти люди выходят, приходят сюда поесть, посмотреть товар, отремонтировать телефоны, купить запчасти, может быть, что-то подобрать для себя. Здесь продают много электроники, но цены на наши мерки такие же, либо дороже. Я не знаю, в чем прелесть этого места, разве что очень красиво. И можно реально побродить. Можно найти для себя мелочь какую-то. И, в принципе, приобрести, вкусно поесть, насладиться видами, я бы так сказал. Вот именно почувствовать вкус огромного города. И это самое главное. Вообще класс. Надеюсь, вы немножко окунулись в мир города Шэньчжэня. После приезда мной домой я буду выкладывать материал на тему этого города. Наши прогулки, наши высказывания, наше мнение. Может, кому-то тоже понравится. Так что подписывайтесь, следите за продолжениями на моем канале, на канале NESH24. Я не знаю, просто люди счастливы. Кто такие русские? Это мы. Все, больше здесь мы их не видели.